Ассаламу алейкум. Мы хотим поблагодарить человека, который нам помог, и кто помогает нам. Ukrayna silahlı qüvvələri işğalçı resortçunun 7 hərbiçisini əsir götürüb. İnquşetiya Respublikasından olan əsirlər onlarla yaxşı rəftar edildiyini, tibbi yardım göstərildiyini deyib. Əsirlərdən biri qətlə görə həbsdə yatdığını və Wagner özəl hərbi şirkət tərəfindən cəbhəyə göndərildiyini bildirib. Оказывает медицинскую помощь, осколки гранат, характер ранения небольшие осколки, ЗЭК. 105-я статья, да? Давай. Осуждённый по 105-й статье за убийство, правильно? Да. Ахлиев Мус Алиханович, 8-10-87 год. Место рождения Республика Ингушетия, город Назарь. Сегодня 14 октября 22 год. С нами нормально обращаются, молится, дает медицинскую помощь, оказывает. Никаких проблем нету, кормят, все хорошо. Благодарю человека, который нам помогает. Я Юлы Дрис Русланович, 12.05.1989 год. Сегодня 14 октября. Содержит нас нормально, еду дают, молиться дают. Живу в республике Ингушетия, село Алиюрт.